очень яркие, интересные, необычные работы. Я думаю, детям, обучающимся нашей школы, тоже будет интересно все это наблюдать и смотреть. Спасибо классным руководителям, которые меня поддерживают. Я вас приветствую. Альтернатива. Ну вот теперь, ребята, после просмотра короткого ролика мы начинаем, покажем, чему мы научились. И сегодня торжественная церемония посвящения нового поколения в состав. Отправной точкой создания клуба наша педагога Марита Хасанжина стала самое известное произведение Гренада шоу «Пьеса Пигмалион». Главная идея литературных письмов и многое другое. В рамках проекта «Милосердие от сердца» проводится традиционный клуб. Мероприятие «Осень жизни. Пора золотая» для одиноких пожилых людей и инвалидов. А в этом году, 28 ноября, состоялся праздник «Берегите матерей». Прочитаю Губжогова Аделина. Пусть сбываются мечты, бесценны все твои беды. Пусть каждый день сияет солнце по милости твоей. Хоть иногда бываешь грозным, в силу любви моей поверь. И я скажу вам всем, друзья, не обижайте матерей. Ведь не найдете никогда роднее мамочки своей. Сиана, Муса и Усаш. Сар псынджуаз галаш. Сипсы, сибзы, сианабзы. Мабзарабзы, дыгэбзы. Дыгэши гамазазыкши. Умужейси кабардэй. Сишарджасия дигей, фа дигаш фаривей, дианабзе шедигабзе, мабзерабзе, маржауэй. Клубу присвоили название «Образцовый детский коллектив», а наш руководитель Марита Хасанжина стал победителем профессиональных конкурсов «Сердце от имени дети», «Воспитать человека». А недавно, 3 декабря, была удостоена почетной грамотой Министерства просвещения России. Новыми и сильными нужны. Спасибо! Я Катя. Я София. Мы любим танцевать. Я Амалия. Я Риан. Я Эсмина. Мы любим рисовать. Я Самира. Я люблю петь. Я Амалия. Я Салимхан. Я Халид. Спасибо! Я Катя. Я София. Мы любим танцевать. Я Амалия. Я Риан. Я Эсмина. Мы любим рисовать. Я Самира. Я люблю петь. Я Амалия. Я Салимхан. Я Халид. Нет, это хорошо. Маленький. Мы образ жизни, мы бороться не устанем. За здоровый образ жизни мы стеною дружно встанем. Плечом к плечу. Мы за здоровье, мы за успех. И мы растем, а мы растем. Шли вам один, а с вами я, вам слово. Спасибо, что вы подошли к нам. Посмотрите на наших деток. Огромная альтернатива. С первого дня проявления столько эмоций. Спасибо.
Клубу желаю огромного счастья. Я желаю хорошего, чтобы мы смогли воспитать достойное поколение. В этом вы нам поможете. Спасибо. Жили-были три сестрицы, инстаграмные девицы. Каждая из них и так, и сяк, но с тематикой косяк. То про фотки, то про песни, все ей было интересно. Три девицы под окном в инстаграме вечерком пост писали про любовь, изогнув дугою брови. Хотя бы я была царица, повезла бы на варяжку. Новый год-то на Таити, вы на мне царя жените. All inclusive, море, фотки, прощайте теплые колготки. То на весь крещеный свет приготовила фуршет. Фуа-гра, креветки, суши, устрицы и фондю из шоколада. Царе-батюшке услада. Я диеты не люблю, там одежда откормлю. Если стану я царицей, третья пишет пост девица, то я батюшке-царю PlayStation 5 подарю. Он уста уж миром править, надо ободок испарить. Будет вы... Под венец всех отдам уж наконец. Царь, конечно, молодец, всех их отдал под венец. Муж у первой проводник, муж второй гурман, эстет, знает весь состав конфет. Сказки сказаны не ложь, счастье там, где ты не ждешь. Группа лидер на сцену, шестая группа лидер на сцену, и из солнечного города у нас 8 групп в альтернативе, ребят, и поздравить их. Давайте сейчас откроем экран, ребята, серединочку освободим и сами посмотрим. Сегодня хотел бы поделиться самым сокровенным. Братик может говорить, но слабо слышит. И каким-то чудом я было как можно меньше проблем и болезни. Я вести вас к успеху. А ключ к успеху — это знание. Поколение Куба! Альтернатива! Вступаю в молодежное братство, детская академия и творчество. Солнечный город! Клянемся! Быть достойными своей родины! Клянемся! Быть активными, ответственными лидерами! Клянемся! Помогать младшим и уважать старших! Клянемся! Счастливому будущему продолжать дела наших старших товарищей! Родной школы! Клянемся! Быть единой! Вот этот малыш, хочу просто его не при клубе, от 11 до 16 лет у меня заставить.
ребенок с первого класса. Получилось так, что его сестра Амалия привела его на занятие, и он сказал: я очень хочу быть с вами. Вот, я предложила, вот, отлично. Чтобы ребенок не просто время терял, да? А и сидел просто. Кана, да? Да! Аплодисменты! Вот такой малыш в нашей команде. Замечательный ребенок. Я думаю, что у него есть гимн. И сейчас равня альтернатива. Сейчас под ваши аплодисменты мы провожаем ребят в зал. Обучение, научилась уверенно разговаривать и выступать на сцене. И перешла на новую программу развития. В молодежном клубе «Альтернатива» вы всему этому научитесь. Желаю вам творческого роста. Отлично присутствовать перед вами. Обязательно к вам придет, она написала мне, что проведет с вами тренинг. Марьяна Масаева является двукратным победителем республиканского конкурса «Волонтер года». И на этом конкурсе она представляла наши социальные проекты. Обязательно! И хочется все напомнить великолепные слоги, которые могут стать жизненным девизом. Ничего не откладывай, жизнь коротка. Ты наивно считаешь, что она как река. А она как ручей, поскольку не оставим следов. Не откладывай, другу помочь поспеши.
В составе нашего клуба давайте ее пригласим на сцену. Там песню, которая, надеюсь, поднимет всем вам настроение, прежде чем мы предоставим слово старшим. Илиночка, тебе слово. Давайте ее поддержим. Она вот еще официально не зачислена, но уже с нами в команде. You know you start being a bubble stars in my. In our bed you see you there just some more day. Ooh, I. In my eye, I see your smile. You make me you wanna try. In our bed you sigh. Dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never see anybody do that feature to me before. Создали клуб, в который вы сегодня вступаете. У нас говорят, кому нужен человек без интеллекта, без культуры. Вот мы с этой целью и создали этот клуб. На протяжении уже я не знаю, какое количество детей прошли школу альтернативы. У вас первые шаги. Вы еще будете принимать участие во многих международных, всероссийских, республиках. Вы будете, знаете, будете жить такой красивой, солнечный город. Поэтому вам повезло. Я хочу вам сказать сегодня, я желаю вам, что здоровья, я желаю, чтобы вы радовали своих родителей, и чтобы вы были в первых рядах нашей молодежи. Вас всех поздравляю с Новым годом, и сегодня я вам говорю, мне не альтернативы. Много сделала для системы образования Кабардино-Балкарской республики. Нина Харуна, я хотела... Клуб через песни, через танцы, через мудрые разговоры. Для чего это делается? Вы можете сказать? Зачем они это делают? Чтобы быть известными. Ну, чтобы мы стали наших педагогов, да, у наших мам, у наших пап. И, конечно же, раз с вами работает педагог Марита Хасановна, разговаривать так же красиво, отдавать себя доброте, человеколюбию, жизни.